доброе утро. Сегодня воскресенье. По стране выборы да выборы. Заехал на наш участок, у нас выборов нет. Видать, добирать больше некого, все забито. Велотренировочка с утра, хорошо, никого нет. Машин практически нет. Красота. Занимайтесь спортом. Получайте эндорфины. Улучшайте свое настроение, все у вас будет хорошо. Удачного дня. Первую базу прошли, нашу любимую, в Преображенском парке. Все по 10 бахнули. Сейчас падаем на лесопеды и полетели дальше, на следующую базу. Парк Павлина. Обязательно переходим по правилам. Велосипед рядом с собой катим. По пешеходному переходу. Машины все останавливаются. Полетели дальше. Парк Павлина. Здесь, кстати, тоже здоровский парк. Мы сюда периодически приезжаем, прибегаем, приходим. Но сегодня мы здесь на велике гоняем. Детишки счастливые? Я тоже. А мы уже выехали из парка и поехали на набережную. Здесь тоже здорово, можно покататься. Всем ленивым, кто сегодня проспал велотренировку, посвящается. Вы тунеядцы. Ладно, если вы поехали на природу, вопросов нет. Но если вы просто поленились, стыд и срам вам и позор. Доброе утро! Помогай, Дани. Давай, камеру, поехали.